Здравствуй, дорогая мамочка, шлю тебе свой горячий красноармейский привет. И сообщаю, что я жив, здоров, чего и вам желаю. Чувствую себя лучше, чем до ранения. Ранил меня, как я тебе уже писал, в поясницу. В прорыве между Орши и Витебском. В госпитале лежал в городе Ярцево, Смоленской области. Мама, деньги, которые ты мне выслал, я еще не получил. Сфотографироваться, конечно, есть возможность, но нет денег. Мама, напиши подробней, что с Николаем Борисовичем. Ну а пока писать кончаю. Остаюсь ваш сын Виктор. Привет всем родным и знакомым. Виктор.